Итак, доброго дня. Сегодня у нас 1 сентября 2017 года. Говорит Алекс Рантье, блогер Рантье. Нахожусь я в Бургасе, Болгария. Вот за моей спиной мой отельчик. А передо мной находится море. Вот само, собственно, море. Море мокрое, вода мокрая. А я хочу сегодня, без много слов, передать привет своим друзьям. Прежде всего, это Леонид Ейск, покоритель и убийца казино. Леонид, желаю тебе оставаться таким же позитивным, и чтобы тебе удачи в твоих похождениях по казино было больше. Ну, самое главное, чтобы тебе самому нравилось. Ну, конечно же, профит хайпа. Блин. Дальше. Желаю всего самого профитного, несомненного, это нашей непотопляемой Лене, которая нас провожала в Минск. Была в Екатеринбурге, на своих встречах открыла офис в Кэшбэре. Желаю, чтобы все твои старания оправдали сторицей большим жирным профитом. Вот. Далее желаю привета, профита и очень много жирных хлебов. Конечно же, Сереге с Урала. Серега Уральский. Продолжай заниматься тем, чем занимаешься. Вода камень, точка. Все будет как чунга-чанга. Вот. Далее. Сейчас. Телефон тухнет, блин. Далее. Ричик. Ричик, я тебя знаю с 2009 года. Ты всегда был таким позитивным, профитным, успешным человеком. Желаю тебе тоже приветы. Ричик, тебе привет большой с Болгарии. Вот море. Все, ништяк, чунга-чанга. Вот. Далее. Фишка. Фишка с Москвой. Ты большой путешественник и любитель инвестиций. Желаю тебе, конечно же, профита в этом нелегком, замечательном деле. И также путешествовать, как ты путешествовал. Ты отлично съездил в Карелию, там, искупался. Красавец. Давай так же. И шли больше прикольных фоток, которые ты вчера прислал тоже так же. Далее. Телефон тухнет. Анна. Анна Безнетовка, так называемая. Анна, видишь, тебя стали замечать в чатах, а это хороший знак. То есть, значит, ты есть, ты существуешь, и люди на это делают те или иные, обращают внимание. Дальше все делают все правильно. Давай, продолжай, все будет нормально. Не обращай на негативщика никакого внимания. Так, а Дмитрий, Алматы, ты тоже недавно в хайпах, не как недавно, если ты говорил с времен Блосапта. Тем не менее, желаю тебе профита. Продолжай заниматься тем, что занимаешься. Ты отличный ютуб-блогер с весом, не как всякие остальные какашки, аватарки. Красавчик. Дима, делай то, что ты делаешь. И пусть тебе это занятие нравится. Далее. Марина из Германии. Ну вот, я тоже добрался до Европы, как видишь. Марина, давай. Коту Гарфилду, короче, привет передавай своим. Да прибудет с нами профит. И что без этого наша работа вечно. Вот так. Дальше. Роберт, Москва. Спасибо тебе, что ты приехал на встрече. Тогда проводили. Позитивно так потусили. Пофоткались. Хи-хи-хи. Вот, желаю тебе в твоем теле того, чтобы тебе это все нравилось, все получалось. Далее. Кто там у нас остался? Роберт. Собственно, вот такой вот набор приветов. Кого забыл, где? Обращайтесь к нему для вас. Отдельные приветы. Ну, сегодня у нас 1 сентября, День знаний. Также Курбан Байрам. Поздравляю всех с Курбан Байрам. Вот, далее. Ну, раз День знаний, День знаний правил инвестиций. День знаний правил инвестиций в легальные инвестиционные компании. Ребята, давайте будем учить правила инвестиций, как себя правильно вести, что реинвестировать запрещено, надо вынимать всегда все начисления, вталово, в общем. Реповодить нужно, скриниться везде. Ну и, конечно же, быть на позитиве, как Ричик, как Фишка, как Леонид Смирнов, повелитель хрюшек из Ейска. Вот. Тогда все правильно, все ништяк. Вот, желаю всем тем, кто чем занимается, чтобы вам все это нравилось. И с ним знаю. Говорил Алекс Рантье из Бургаса. Вот такой вот дух.